После получения российского гражданства звезда мирового бокса Рой Джонс подал заявление еще и на гражданство Республики Абхазия. Как только я приехал сюда, я почувствовал себя вовлеченным. Очень рад быть здесь. Люди выглядят счастливыми. Я не вижу ничего похожего на какое-то давление здесь или какую-то напряженность. Мне нравится эта страна. Мне интересно узнавать о культуре. Может, даже открою спортивные залы. Это действительно особый случай. Это действительно суперчемпион. По предварительному графику сейчас посчитали, это будет больше, чем 200 дней в году. Он должен будет быть здесь. По всей Абхазии собираются люди с целью поддержать эту инициативу великого спортсмена. Это реальное влияние на 80% на совершаемые преступления. Мы готовимся к летнему сезону. Конституция и наши законы, в том числе закон о всенародном голосовании, позволяют нам провести референдум цивилизованно, без агрессии. Создать реальный механизм, который обеспечит прозрачность процесса. И я надеюсь, еще раз говорю, на поддержку людей, которые готовы сотрудничать с нами в этих вопросах. Я слышал уже много разных отзывов о моем решении, как хороших, так и плохих. Все, что я могу сказать, это то, что нельзя полагаться только на мнение фанатов.